В Санкт-Петербурге главная рождественская служба прошла в Казанском кафедральном соборе. Более 8 тысяч православных христиан пришли помолиться в эту ночь вместе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским в Арсенофе. Рождество Христово – великий светоносный праздник христианского мира, который преисполнил торжества радости, благодати, веры, надежды, любви. Людям открылась великая Божия тайна. Праздник Рождества Христова – это утверждение закона любви на земле. Любовь Божия безначальна и бесконечна. Любовью Господа все создано, и на Его любви все стоит. И мы приходим сегодня в храм для того, чтобы почувствовать эту благодать и самим прикоснуться к бессмертию. Сегодняшнее богослужение погружает нас в атмосферу событий, когда на землю пришел Сын Божий, отметил Владыка в слове после Великого Повечерия и Утренней. На иконе, которая сейчас находится в центре каждого православного храма, изображается то, что было в то время в Вифлееме, в который Господь благоволил прийти. Когда прихожане покидали храм после богослужения, то видели перед храмом рождественскую ель, на самой макушке которой горела Вифлеемская звезда, как символ дороги к Богу, пути к спасению.